Привет, меня зовут Владимир Еремин. Это я. Расскажу тебе про свадьбу Кости и Клары. Кстати, это они. Основной задачей было создать легкую и комфортную атмосферу для гостей. Никаких костюмов и галстуков. На велкоме был сидр, который производит Костя, а еще открытая кухня. Конечно же, началось все с церемонии, где гости успели и поплакать, и посмеяться, узнать от и до историю ребят. Дальше у Кости в жизни был холодный Сургут, серый Саратов, очень теплый и радужный Сочи. А в 2021 году, спустя год, в апреле, Клара отвечает ему на стори с огоньком. А еще особенность Клары – это клеить стикеры на холодильник, чтобы Костя ничего не забывал. Естественно, это было интегрировано в их свадьбу, и каждый гость мог наклеить стикер со своим заданием для ребят. Мы общались, шутили и сами делали коктейли, танцевали на траве босиком и дурачились, как дети. Выбранная ребятами площадка идеально подошла для такой свадьбы.